Вы, конечно, правы, я вам скажу, потому что я все это начал наблюдать в Соединенных Штатах и был настолько поражен, просто не мог себе поверить, насколько то, что называется семьей, может быть на самом деле совсем не семьей. Да? У меня был знакомый американский буддист, который мне предложил, что он вместе со мной отпразднует День Благодарения, когда объединяются как раз все, кто в одной семье, в своей семье возле Сан-Франциско. Ну почему нет? Он за мной заехал, повез на машине, по дороге описывал всякие свои жизненные трудности, и я уже был немножко подготовлен. Но дальше я увидел, что такое. Значит, его семья встречается в традиционный день объединения всех членов семьи. Да? Он разошелся с женой. Его жена живет с подругой-лесбиянкой. Подруга-лесбиянка родила ребенка вот искусственным образом, с таким вынашиванием, и тот мужчина, педераст, который дал свою сперму на вот этого ребенка, он был приглашен на эту встречу семьи. Значит, я видел этих женщин. Понимаете, это все-таки действительно совершенно другой, удивительный мир с полным изменением всех отношений. Да. Это было лет 20 назад, поэтому я еще не был к этому подготовлен здесь, в Европе. А там это уже было на полном ходу и идет дальше в эту сторону. И тут можно очень много действительно сказать о том, что возможно. Да? Мы пока не знаем точно, но что направление развития может быть действительно таким, что мы придем к совершенно другой структуре.